Всем доброе утро. А я с утра уже в работе. Уже сходила на работу, уже начала отмывать свой балкон. И спортсмен проснулся. Завтрак ему надо. Сидит, ждет. Обжарила индюшиный фарш с луком, с томатом и яйцом сейчас. Пол балкона домыла, пол балкона сейчас домою. Начинаешь одно делать, потом другое, третье. Если он делает, и я, блин, кухню пачкаю, а он то вообще. Проще самой уже сделать тогда и все. Сегодня погода более-менее, поэтому вышла на балкон помыть. Такой а-ля турецкий завтрак. В Турции такое делают завтрак. Главное, не пересолить. Он любит острые. Поэтому сейчас ему еще и чили туда. И все перемешаем. Как вы думаете, съест сковороду полную? Спортсмены съедят. Вот сейчас он это съест и пойдет в спортзал на полчаса. Ой, на полчаса, на полдня. Это мне, конечно, на недельку бы хватило. Ну, не недельку, раз. 2, 3, 4, 5, 6. На 6 приемов пищи вы точно. Стирка уже постиралась. Короче, работы сегодня не по чапе край. Сережа дрыхнет. Ему в ночную, с ночной пришел. Короче, опять пришла собака, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Доброе утро, девочки и мальчики. Записываю второй раз. Ну как доброе? После прочтения новостей не особо-то она и добрая. Очередной шухер на планете начался. Очередные смерти людей. А я встала, в душ сходила и делаю оладьи. Завела тесто на кефире и добавила одно яблоко. И думки думают, то, что сейчас началось, да, это далеко не Россия, не Украина. Далеко, это все намного страшнее. И очередной раз поражаюсь тому, как Вольфович был прав в своих предсказаниях. Там у него еще продолжение есть. Ну просто жесть. Хотелось бы, чтобы он хоть на минуточку ошибся, а нет. Не ошибся. Автоматически Украина с Россией ушла на задний план.
Потому что все понимают, что это намного серьезнее и намного страшнее. Короче, вот этот... Не знаю даже. Бадминтон ракетами туда-сюда. Это вообще жесть. Я говорю сейчас, Сережа, я говорю, как... Вот все, да, крестьяне, у них, ну, у всех, да, есть такая мечта съездить на святые места в Израиль. Я говорю, Сереже, как нам просто повезло, что мы успели это сделать. Неизвестно еще, что останется с тех святых мест в Израиле. Как просто веками. Сейчас, может, просто... Все уничтожится и все. Ладно, святые места. Люди сейчас гибнут. Что и требовалось доказать, естественно. Кто думает про эти люди? У меня аж все уже начинает гореть. Я забываться уже стала. Ну, как бы не цинично это ни звучало, мы исправить ничего не можем. Жизнь продолжается. И мы делаем оладьи. Погода вчера была замечательная. У меня даже белье на балконе высохло. А сегодня уже прохладно. Ветерок. Такие дела. Можно было себе тоже оладьи замутить. Но почему-то для себя всегда лень готовить. Я говорю, питаюсь чем проще, тем лучше. Для меня. Такие вот, короче, дела у мире. Подгорать стали. Задумалась и стали подгорать. Забывся. Забувся. Что забувся? Я кихать забувся. Такие простые на кефирчике. Пару штук сделаю. И все. Лицо еще отварю. Сережа с ночи пришел. И я его спать уложила. Казалось бы, да? Солнышко светит, небо голубое. Нахрена это все? Вот, ну вот. Почему людям просто мирно не живется? Вот почему? А потому что деньги правят миром. Деньги, зло, алчность правят миром. Уже видите, как все зелененькое. А люди не могут этому радоваться. Им вот это вот кровопролитие все нужно. Ну вот этим все, кто сверху, кому все мало и мало. Просто я представляю, ну, представить себе не могу. Просто думаю, как это страшно, как они там. Я имею в виду простых людей. Как им сейчас страшно. Думают запретить ездить в выходные, чтобы экологию спасти. Вы лучше войны остановите. Одна выпущенная ракета сжигает несколько тонн кислорода. Вы лучше это остановите. Они решили таким образом экологию спасти. Выходные запретить в одной стране. Выходные запретить ездить в машинах. Ото вы спасете. Только и думаю. Да если бы весь мир не ездил, я бы еще что-то... А так, извините меня, Африку взять, что там происходит. И Европа, Америка столько всякого дерьма туда отсылала под видом гуманитарной помощи, где целые острова этих шмоток ненужных загрязняют океан, все.
Да. Всей фигней голова забита. Просто думаешь, что сейчас с людьми происходит. У меня все горит. Досада, что не первое и не последнее вот это вот все. Пока все люди не погибнут на земле, никто не успокоится. Так. Все почти пригорели. Ну, ёшки-матрёшки. Ну, хозяйка, прости господи. Прогуляться. Одела свои серьги. Прикольные, мне нравятся очень. А что такое навалит коробочка? Коробочки не вылазят никуда. Полные карманы, сумку другую взять, что ли? Не хочется. Ну, короче, пойду как панчох. Прогуляюсь. О какой укладке может идти речь, когда такой ветер? Сейчас за дом зашла. Уже зелененькое все. Вот ветра не было, вообще идеальная погода. А птицы поют. Вороны каркают. Слыхали вчера, что случилось в Сиднее теракт. И у нас тоже поймали подростков, которые готовили теракт. Подростки, понимаете? Подростки готовили теракт здесь, в Германии. Просто страшно, когда вот такое происходит. Вот такие это уроды же, понимаете? Я вообще не... Если вам что-то не нравится, если вам не нравится правительство, то что делает? Причем здесь нормальные люди, чтобы их убивать, совершают вот эти теракты. Если честно, переживаю за свою страну, и не хотелось бы, чтобы такие подонки здесь находились, которые вот так вот просто взять нож и пойти резать женщин, детей. Бред собачий. Очень страшно начинается во всем мире. Какие-то, я не знаю, зверели. Ну, реально прям холодно. Распускаются. Пусть распускаются цветы. И как птичка напевает. За державу обидно. Я хочу, чтобы в стране, где я живу, в моей стране, все было тихо и спокойно. В принципе, как и каждый нормальный человек в любой другой стране. Но, а что это у него одно колесо поднятое? А где он так катался? Кошмар какой. А, это оставили без номеров. Выкинули машину. Видите, одно колесо уже сняли. Машину кто-то сюда в уголочек. Здесь часто скидывают. Вообще вот здесь часто скидывают машины. Ну, это, знаете, те машины, которые уже ездить на них нельзя. Они от них освободились. И чтобы не платить деньги. Смотрите, как сакура цветет. За утилизацию или там еще что-то. Вот так берут, просто кидают. Но если найдут, кто это сделал, они, конечно, заплатят штраф. Это смородина уже цвести будет. Как красиво сакура цветет. Прям такие большие. Вдалеке. Прям сейчас вот везде, где растет сакура, прям этот, такие розовые пятна. Зеленый, зеленый и такое розовое большое пятно. Дяденька что-то мотоцикл заводит и никак не может завести. Ой, на солнышке прям хорошо, где ветра нет. О, уже выпустили, вот даже сирень цветет уже. Остались одни дубы.
Одни дубы остались. Короче, я сидела на даче, Николь пришла, от косметолога губы сделала. Я говорю, ты не офигела одна делать без матери? И пошла, на мать еще сделала, так что мы сделали губы. Только там некоторые, не пугайтесь, кто не знает, что это еще сойдет. Такое не будет прям большое, если вдруг что. Ну, короче, мы теперь бровки домиком, губки бантиком. Как утки. Уточки. Сделали губочки. Коза, какая ты губастик. Ничего не видел, что я губки сделала. Он даже не заметил с просони. Ничего, опухли. Потом придут в норму. А что все делают? Я лысая, что ли? Сереж! Красивая. Смотри, что я сделала. Что ты сделала? Отгадай, что я сделала. Губы, что ли? Ну. Ну ты же на дачу ходила. На даче и сделала. В кустарных условиях. Что, не нравится? Нравится. Ну ты же хотел большие. Так это маленькие, еще больше надо. Нет, опухоль сойдет, нормально будет. Видишь, как все твои желания выполняю. Почему мои? Ты хотела, я сделала. Я ж не хотела. Короче, так вот.